Прежде чем поразить мир своими шедеврами и научными открытиями, Лео да Винчи был обычным мальчиком, который любил изобретать. Держись крепко, Лоренцо! Сейчас летим! Летим! Лео, мы летим! Не летим, мы падаем! А еще он увлекался искусством. Сделаешь что-нибудь или будешь дальше пялиться? Ты назвал картину в ее честь? Что? Да она просто позировала. Кажется, ее звали Мона или Лиза. Но однажды пришли испытания. Эй, я вижу дым! Это мой дом! Стой, Мона Лиза! Лоренцо, она потеряла все. Мы должны ей помочь. Сокровище потеряно лежит на дне. Кому оно достанется, тебе или мне? У острова Эльба покоится оно. Попробуй доплыть и достать его. Найдем сокровище, и мы спасены. Героям присоединяются друзья. Агнес. А ну верни, это мое. И Никола. Возьми это, чтобы лучше разглядеть. Или я сожгу карту, или возьмете меня с собой. Мы должны добраться туда первыми. Ты должен найти сокровище и остановить Леонардо. Приготовить пушки, живо! Леонардо. Миссия Мона Лиза. А почему у меня 4 руки? Рисуешь ты плохо, занимайся больше. Я в восторге. Думаю, это и есть твое настоящее призвание. Просто бедный, нуждающийся художник. Добро пожаловать, Нинос. У вас красивая машина, сэр. Не вздумай лапать. Маршрут домой построен. Офигеть, красотища. Жрать. А что здесь? Боже мой! Помоги мне, у нас мало времени. Уже уезжаете? Мазератти. Я мигом. Чувак, мужик уже вышел. Где ты, блин? Прости. У него там девушка, закованная в цепи. Что ты делал у него дома? Грабануть хотел. У нас есть сведения, что похищенная девушка у вас в кабинете. Я вас разочарую. Вы же будете за ним следить? Будете искать девушку? Отстань от него. Ты псих, ты в курсе? Психов можно поймать. Знаешь, почему я не даю им посадить тебя? Моя тюрьма страшнее. Я помогу. Я вытащу тебя отсюда. Ты в курсе, что Оливия сохнет по твоему парню? Круто! Что за бред? Может, хватит? Пенелопа? Действие. Поцелуй Оливию. Вот это я понимаю, вечеринка. Класс. Картер. Правда. Какие у тебя виды на нашу милую Оливию? Мне нужно было заманить сюда кого-то с кучей друзей. Оливию оказалось легко обвести вокруг пальца. Вы все здесь, потому что меня не волнует ваша смерть, если в результате я останусь в живых. Какого черта? Это не просто игра. Где бы ты ни спряталась, что бы ни делала, она найдет тебя. Ты чего? Да так. После той поездки в Мексику творятся странные вещи. Да ладно. Я серьезно. У меня видение. Правда или действие? Действие. По-твоему, я спятила? Не то слово. Эта девушка хочет поиграть. Мое действие – показать всем свой прибор. Уже видели? Не впечатляет. Картер сказал, если соврешь – умрешь. Не выполнишь действие – умрешь. Откажешься играть? Да пошли вы. Умрешь.
Мы всего лишь пешки в этой игре. И что теперь делать? Выбирай правду. Правда или действие? Марки постоянно изменяет Лукасу. Прости. Еще раз дотронешься, руку сломаю. Правда? Не тебе решать. Выбор делает игра. Сломай Оливии руку. Давай, бей. Я, конечно, злюсь, но не настолько, чтобы ломать тебе руку. Ты не можешь отказаться. Марки, не тяни! Эта игра слишком умная. Половина людей на фото уже мертвы. Нужно понять, с чего все началось. У нас вообще есть шансы выжить? Никаких. Все игроки должны умереть. Ты следующая. Мое действие — убить одну из вас. Правда или действие? Снято. Мистер Касмей, я ваш большой поклонник. Заткнись. Зачем грубить? Я самый великий. Проваливай. Мистер Касмей, какая честь. Я видела все ваши фильмы. 2 года правительство запрещает мне работать. А ты пошла разговаривать с этим придурком? Отпусти меня. Меня пригласили на вечеринку сегодня. Не хочешь пойти? В этом городе толпы психов. Смотри, тут живет придурок, у которого снимается шива. Мамочка, мама. Я тоже это видел, но все позади, как сон. Кто-то прислал нам письмо и заявил, что он убийца. Он называет себя свинья. Очевидно, он очень гордится тем, что сделал. О, боже! Во сколько вы вернулись после вечеринки? Я даже не могу снимать. Я запрещен. Я в черном списке. Если бы он убил меня, они бы перестали меня презирать. Сынок, я обещаю, он придет и за тобой. Пусть он всем нам отрежет головы и освободит от этого цирка. Мы всегда знали, что не одиноки во Вселенной. Я сделаю вам более 300 уколов за несколько недель. С чем? Наши ресурсы истощены. Время на исходе. Через 10 лет половина населения Земли вымрет от голода. На планете будет невозможно жить. Но есть одно место, которое дает нам надежду. Что если Титан станет нашим новым домом? Мы вас усовершенствуем. Сделаем сверхлюдьми. Большинство из вас ждет провал. Кого-то эти тренировки сломали. Не думал, что увижу такое. За ним будущее. Ты станешь первым человеком на Титане. Я люблю тебя. Я не могу дышать. Он меняется. Это не космические исследования, а жесткое преступление. Я хочу закончить начатое. Я вижу все сквозь воду и темноту. У него внутри что-то живет. Он солдат. Мы вживили ему ДНК существа, найденного на Титане. Пути назад нет. Впервые мы сможем увидеть форму жизни с другой планеты. Что вы наделали?
если мы не научимся их контролировать, они превратят Землю в Титан. Я был единственным ребенком. Жили мы скромно, а родители друг друга ненавидели так, что не могли расстаться. Так что, можно сказать, в состоянии эйфории я пребывал с момента рождения. Когда я услышал термин «взаимное гарантированное уничтожение», оказалось, что я знаком с ним с самого детства. Мейсон Фрэнсис Скайлз, 45 лет. 10 лет назад он был главой миссионерской организации, пока не убили его жену. Мы должны срочно найти его. Может, кто-то мне скажет, что я тут делаю? 3 дня назад в Западном Бейруте был похищен гражданин Америки. Следующим утром мы получили послание от группировки «Освободительное исламское ополчение». Заложник у них, и они... предлагают переговоры. Которые будете вести вы. У них в руках твой друг Кэл. Приступить к операции нужно немедленно. Если Кэл заговорит, трупы возле посольства вам гарантированы. Говорят, вы опытный дипломат. Так занимайтесь переговорами. Что вы хотите? Я обменяю Кэла Райли на моего брата, Рафида Абу Раджала. Мне нужно время! Олимпиада в Мюнхене. Мадрид. Рейс 305. 46 жертв. Все это дело рук Рафида Абу Раджала. Значит, вы ищете человека, который убил вашу жену? Раз невозможно вернуть брата, давайте искать альтернативу. Вот моя альтернатива. Он дал 6 часов, чтобы мы доставили его брата. Он скрывается. Забрался в такую глушь, что даже его люди не знают, где он. Сейчас они уязвимы, как никогда. Ты думаешь, они хотят спасти Кэла или информацию? Неудобный вопрос. Ливан захвачен бесами, и с этим надо что-то делать. И позволить Израилю захватить город? Мне надо увидеть Кэла. Я сказал, это невозможно. Невозможно, если только он мертв. 2000 лет мести, кровавых распрей, убийств. Добро пожаловать в Бейрут. Дисквалификации ты можешь поиграть год-другой. Я думал, дадите нормально уйти. Прости, но прощального матча не будет. Сейчас сказал, из машины выходи! Эй! Пару дней приводишь себя в порядок и на поле. Нет, пап. Дальше я сам. Юра, Юра, здесь! Метеор тебя хочет главным тренером. Метеор? Ты где? Лариса Вольская, президент Метеора. Ничего себе. Не думал, что врача-реабилитолога может быть такая улыбка. Это попадос, друзья! Пока форму не вернете, об основе забудьте. Вы у меня летать должны! А ты зачем сюда приехал? Приехал, чтобы побеждать. Помогайте нам. То есть мы начнем петь, а вы начнете выигрывать? Ну, может, нет. А вот вы точно начнете выигрывать. Все понимают, почему вы здесь. Отсидите все и идите. Давайте так. Мы вас не сливаем, а вы нам просто не мешайте жить. Почему я главный тренер команды «Метеор»? Мальчик, который за 20 миллионов в месяц по мячу промахивается. Ты списан. Такие чудеса и творят.
понимать должны, что за ними весь край стоит. У тебя все получится. У нас получится, Варя. Вперед, Мичеван! Футбол, Юра. Выжженная земля, покрытая трехметровым слоем говна. Никому он тут не нужен. Нужен. Вот, может, сейчас больше всего нужен. Вечно юные иольфы впредают в ткань свою дни. Трусишка! Почему ты плачешь? Не знаю. Взрослеют девочки эти, но выглядят внешне как дети. Их рода закон вечно будет гласить: встретишь кого-то во внешнем мире, не смей его полюбить. Если полюбишь, останешься по-настоящему одна. Значит, встретились два одиночества. Вперед! Никого не щадить! На тех, кто отличается от других, люди сначала смотрят с любопытством, затем с насмешкой, ненавистью, а потом от них избавляются. Я не могу ее защитить! Почему? Время идет вперед. Врешь, размазня. Вы ведь все равно умрете. Для всех когда-нибудь приходит этот день. Все умирают. Не хочу быть один. В мире, где нельзя любить, где грусть и нежность, сила где? И боль. Забудь обо мне! Кто ткал и жил вдали от нас, не зная обещаний, прозвали мы бессмертным родом расставаний. Не бойся, я никогда тебя не забуду. В кино с 19 апреля. Ты представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы получить эти деньги? Что ты сделал, чтобы получить эти деньги? Эти деньги. Самые отвратительные вещи. Что это? Я видела его. Он как раз был там. Почему ты собирался украсть мои деньги? Потому что ты убил его. Веди себя разумно. Я хочу этого. Да что с тобой происходит? Ты видел ее взгляд. Сумасшедший взгляд. Мы идем к копам. У тебя могло быть все, что ты хотел. Отдай мне мои деньги! Мне нужны эти деньги. Тебе нужны или ты хочешь? Позволь задать тебе вопрос. Что обычно происходит, когда ты наконец получаешь то, что всегда хотел? Самые страшные вещи. Я заберу твои деньги.